Я хочу отметить, что были технические отдельные ошибки, может быть, так их назвать, в участковых комиссиях, несмотря на то, что мы их учим, но тем не менее они возникают. В частности, может быть, касается списков, там избиратели должны быть сброшурованы, где-то, может быть, не оформлены были вовремя какие-то документы, акты там, и так далее. Но в целом вот эти вещи, они не влияют на волеизъявление избирателей. Ну, последняя, например, жалоба от коммунистов, приехали к одному избирателю, у них один бюллетень по партийному, так сказать, оказался, а по одномандатному не хватило. Возникает вопрос, почему не посчитали так, чтобы, ну, ошиблись при подсчете, вот они приехали, сейчас повторно поехали к этому избирателю, потому что возник такой вопрос. Здесь нарушения, по сути, нет, но, так сказать, правильное требование и избирателя, почему мне не дали бюллетень. Что касается по жалобам, их практически очень мало, их менее 10 в день голосования, вот мы получили, все корректировалось на ходу, какие-то партии, нужно отметить, вот нормальные, прекрасные взаимоотношения, они сразу звонили по телефону, вот тут как бы есть какие-то недочеты, мы сразу это все исправляли, взаимодействуя с избирательными комиссиями муниципальных районов, с полномочиями окружных, все это быстро решалось.